Христианская установка, такая глубинная, русская, что Запад – это место смерти. Запад – это смерть. Потому что там солнце садится, понимаете? Вот. А в хорошем месте солнце-то не сядет. Да, не сядет. Вот. И туда, значит, оно проваливается, наступает ночь. То есть с каких же глубин надо вот это представление, чтобы шло? С каких глубин древности? Там смерть, там кладбище. Тот, кто поехал туда, возвращается измененным. Например, сколько царей поехало на Запад, их подменили. Ну, вот царь Петр, например. Это что же приехало? Слушайте. Что приехал? Хорошего сделал. Нет, он ничего хорошего не сделал с точки зрения вот, крестьянина. Да, и потом это не он. И вообще это не он. Он съездил на Запад, там нам царя подменили. И дальше вот количество подмененных царей, потому что вот, они смотались.